Озеро Дубки когда-то было райским уголком на улице Старозагора. Зоя Васильевна Филькова еще помнит, как здесь купались дети. Чистили нам его. Нормально все. У нас утки, рыба здесь. А лягушки какие красивые, четырехцветные. Нигде, наверное, таких нет. И синие, красные пятнышки на одной лягушке. Это что-то. А потом вот камыш. С просьбой помочь привести озеро в порядок жители обратились в общественные советы. Те откликнулись сразу, да не один, а целых два. Оказалось, Дубки – спорная территория, здесь проходит граница микрорайонов. Долго разбираться не стали и объединили усилия. Мы, я думаю, что так допоздна сегодня поработаем. Конкретно вот мыслью наше действие – почистить это озеро. Опиловка деревьев ведется, покос травы ведется, вот, убирается из озера ряса и трясина. Раньше тихие воды озера скрывали четырехцветных лягушек. Сейчас более прозаичные и не совсем уместные предметы. Зону отдыха привели в порядок всем двором. И так здесь всегда. Вместе проводят вечера, устраивают спортивные соревнования для детей и соседские посиделки. А недавно над дворовым небосклоном зашла музыкальная звезда. Очень, кстати, профессиональный гармонист, которого мы теперь будем приглашать на все наши мероприятия. Доцент кафедры Академии культуры, поэтому, да, они ниже, зачем? У них есть свой хор, вот сейчас бабушки подтянутся, и вы услышите, как они будут петь. И тут веселая жизнь идет, между прочим. Зимой, мне рассказали, они собираются вот там в тоще и поют. Для творческих жителей есть все, от сцены до импровизированного зрительного зала. Правда, это советское наследие нужно было обновить, чем и занялась молодежь под песни местного хора. Песни песнями, а работа по расписанию. У общественников встреча с жителями почти каждый день. Это возможность узнать о самых важных проблемах микрорайона из первых уст. Власть ближе к людям – цель реформы местного самоуправления. Дальше больше. В состав райсоветов войдут избранники от микрорайонов. День Х все ближе. Выборы 13 сентября. Работы по очистке озер ведутся по всему городу. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова уже привели в порядок реку Подстепновка, озера Банна и Болгарка. В рамках программы по реабилитации водоемов также ведутся работы на озере Лесной Колок на улице Солнечная и Шишига в поселке Яблонка Кировского района. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.